This video has English subtitles. Вы когда-нибудь хотели, чтобы у вас была мини-карта в миске? Или чтобы вы видели, где находятся ваши друзья? Порой кажется, что мододелы делают намного больше, чем сами разработчики. В какой-то этой степени так и есть. Это то, к чему и стремится игра. Чтобы люди делали моды и разработчики добавляли это в игру. Люди даже умудрились сделать целый режим королевской битвы, но это уже другая тема. Если вы только задумываетесь купить игру или просто плохо знаете ее, то я хочу вам рассказать про один сервер, где изучать карту и саму игру будет намного проще, чем на официальном сервере. Biohazard Caution, что переводится как «Предупреждение о биологической опасности». Это модовый сервер, который на данный момент имеет уникальные моды и многие свои приколюшки. Перед заходом на сервер давайте активируем автоматические подарки, переходим по ссылке и отключаем отблок, если он у вас есть. Дальше ставим галочку и входим в свой Steam аккаунт. Теперь каждые полчаса у нас в инвентаре будут появляться подарки. Чтобы это проверить, напишите восклицательный знак Reward. Первое, что бросается в глаза, это интерфейс. Справа сверху в углу показывается время на сервере, количество игроков и ваше местоположение на карте. Далее мы видим метки с названиями городов и расстояние до них. Еще есть метка вашей смерти. Она будет видна автоматически и исчезнет, когда пропадет ваше тело. По дефолту это 20 минут. Также можно удалить с помощью команды Remove Corpse. Можно поставить свою метку, нужно написать set marker и имя вашей метки. Чтобы убрать ее, нужно написать remove marker и имя вашей метки. Чтобы увидеть вашу базу, вам нужно написать base marker. Чтобы удалить метку, напишите то же самое. Еще по дефолту при спавне у вас всегда будет GPS-навигатор на 6-м слоте. Вы будете видеть, где находитесь. Теперь перейдем к новой системе отображения игроков. На данный момент вы видите имена всех игроков в радиусе 15 метров, но вы не видите их за препятствиями. В будущем админ сделает так, чтобы видны были только сокланцы в радиусе 300 метров, но сейчас это невозможно сделать из-за старой системы кланов. На эту систему нельзя положить моды. Поэтому ждем, когда разработчики обновят систему кланов.
Еще из приколюх это измененные мутанты. Босс высирает пауков, как скалопендры, и кидает молотовы, а обычные зомби кидают отравляющие камни, как сам паук. Лут в зомби, конечно, увеличен, поэтому если вам нужны патроны, то убивайте зомби и ради другого ценного лута. Также админ будет добавлять новые моды, например, с помощью лазера ставить метки, чтобы их видели соклановцы и много чего другого. Также можно поддержать админа денежкой, и вам будет доступна новая военная фракция, при спавне которой вы будете появляться в черном сете и с оружием. Если нужна более подробная информация, то заходите в Discord сервера и пишите там. Ну а я с вами прощаюсь и встретимся на Biohazard Caution. Call it how it is. Hit it. Probably some swag. Man, bitch. Что ты сам прочитал? Percocet, yeah, Molly Percocet, be it fine. Percocet, yeah, Molly Percocet, be it fine. Replicate.